Чат, у меня все со стола упало. Сейчас я подойду, сорян. Я, короче, микрофон тут пододвигала, у меня все упало со стола. Сейчас я вернусь.
Алло, алло, я здесь, чатик. Я жива, все хорошо. Всем здорово, всем здравствуйте, кто подошел на стримчатский. Мы с вами продолжаем проходить Dark Souls 2, шкаляр. Вот, да. Вот. Что-то, я, короче, я не знаю, я сегодня в таком настроении, каком-то, всем привет, интересном. Какая-то я это, мечтательная сегодня, не знаю. Я просто после вчерашнего очень сильно устала, после этого бегать не по вокзалам, бегать не по разным концам города, таскание сумок. Короче, вот такое все. И чё, я вчера вообще отрубилась, просто легла и отрубилась. Сегодня я встала вообще никакущая, у меня все тело ломит, какая-то я вся вот такая вот. Не знаю, короче, вот такое у меня сегодня настроение. Мне кажется, будто что-то с микрофоном. А что с ним? Раз. Все, по идее, должно быть нормально. Что с ним? Я ничего не меняла, он не падал. Микрофон не падал, я еще держу в курсе. По идее, ну, я с вчерашних настроек ничего не меняла. Он у меня как висит на стойке, он у меня так и висит на стойке. Микрофон делает твой голос уставшим. А, может быть. Не, я, типа, я не уставшая, я просто никакущая. Знаете, такое состояние, как, когда хочется лежать, музыку послушать и все, больше целый день ничего не делать. Я еще просто, я что-то так на ностальгию, короче, пробила. А у Гуся, ну, может быть, кто-то знает, Game Life. Глуховато звучит, не знаю, фиг знает, ничего не меняла. Короче, он выпустил Game Life на Ютубе ролик с ответами на вопросы. Типа о том, чем он там занимается, помимо стримов, где он учился, там, что-то про детство. Я такая сижу и думаю, блин, вот я бы никогда в жизни не подумала, что Гусь учился на детского психолога. В жизни бы не подумал. Ну, какой-нибудь, блин, инженер или кто-нибудь, ну, детский психолог, думаю, серьезно, камон. Хотя, можно ли подумать, что я училась на воспитателя детского сада? Я не знаю, со стороны можно ли это понять, учитывая, что... Ну, короче, я сомневаюсь, что это можно понять со стороны. Он говорил об этом на стримах раньше. Ну, я типа... Не знаю, я на его стримах сижу, но когда он этого говорил, я, честно говоря, не знаю. Я слышу, как матюкается и смешно смеется. Вот, я такая типа думаю, боже мой, а как бы... Вот прикиньте, не было бы, короче, Твича или не было бы Ютуба, пошел бы Гусь работать детским психологом, а я бы пошла работать воспитателем. Тёма бы пошел работать инженером, продолжать. А допустим, Даша бы работала дальше в банке. Артур бы вообще все еще на урановых рудниках работал. Я такая думаю, блэд, это же мир бы не пережил таких специалистов профессиональных, как мы. Хорошо, что есть Twitch. Вот, потому что если бы я пошла работать воспитателем, в мире бы выпустилось как минимум несколько групп очень одаренных детей. Вот. Тёма бы очень хорошо работал инженером, мы знаем, да, что у него есть инженерские наклонности, он не раз показывал это в играх. Вот, да. А Блэк бы пек вам очень вкусные пироги из урановых рудников. Да, вот. Ну, короче, меня что-то так пробило, думаю, блин, камон. Вот если бы этого всего не было, где бы мы сейчас, вот это реально бы я бы там работала? Ну, наверняка я бы работала воспитателем, не знаю, доработалась до методиста бы вообще не прилагая особых усилий, потому что я уверена, что я, ну, я хорошо разбиралась в своем предмете, и меня хвалили и на практике, и везде уже звали и с концами, и с концами. То есть, если бы я себе конец приделала, меня бы тоже позвали. Ну, в общем... себе бы работала за зарплату, не знаю, сколько там, 4000 гривен или сколько там получают воспитатели. И вот это вот бы, да. Короче, я, вот у меня вот такое сегодня настроение, я сижу там, что-то себе размышляю, что-то такое, вот, значит, пошла у Тёмы смотреть стрим, короче, он там на финал идет. Я сижу, думаю, уже 21:00, уже стримить надо, да? Типа, как так-то? Вот. Так что я сегодня очень мечтательна, но я думаю, что это очень быстро все разобьется об мою ненависть, потому что мы с вами продолжим Dark Souls. На самом деле, вроде бы вот эта локация, на которой я сейчас нахожусь, она не особо бомбящая, потому что она очень маленькая. А вот дальше локации, насколько я знаю, они конченые, потому что... Ну, я не знаю, туда ли мне нужно идти,
Но. Боже, Тёма там кричит: зачем? Не знаю, что она имела в виду, но сейчас страшно. Короче, там что-то есть локация, которая очень напоминает Блэд Таун. Да, спасибо большое. Таня, привет. Наконец, я попал на твой стрим. Давай кого-нибудь убьем. Давай кого-нибудь убьем. Это тебе не Детройт, и здесь, чтобы убить, еще постараться надо. Спасибо тебе огромное за 500 рублей в копилочку на поездку к Блэкам. Спасибо тебе огромное. Ну и за голенькую Гермиону от чата отдельное спасибо. Спасибо большое. Тут, чтобы кого-нибудь убить, тут надо самому 20 раз умереть. Вот, так это, да. Я о чем? Что есть очень похожая локация на Блэд Таун. Мой любимый Блэд Таун. Где темно, как в жопе. Ну, в принципе, у любого человека, потому что все мы одинаковые. Да. Очень темно, очень страшно. А следующая последняя локация ядовитая. То есть, как бы, знаете, Блэд Таун это темно и ядовито. А там, типа, оно так разделено. Знаете, сначала темно, а потом ядовито. Вот, но я как бы, боссы какие там находятся, я не знаю. Я и не смотрела, я по слухам. По слухам передаю. Вот. Тебе все равно проходить все локи. Ты, какой ты милый. За щечку бы тебя так потрепать. Вот, да. А еще есть светло ядовито. А, ну, то это меняет в корне дела. Я так, такое я люблю. Светло ядовито прям муа. Прям муа. Есть, а еще есть DLC. Блин, DLC, говорят, самые конченые. Просто из всех трех Dark Souls'ов здесь DLC, говорят, самые конченые. Вот, не знаю. Слыхали новости? Ниндзя ушел на миксер по контракту 250. Почему все разные цифры пишут? Сначала было 900, потом было 932. Сейчас 950 миллионов за 9 лет, а говорили за 6 лет. А на Twitch разрешили показывать кормление грудью. Да, чат. Жалко, вот у меня ребенка нет. Сейчас бы, конечно, сиськи вывалило. И кормила бы грудью, меня бы одобрили, если что, да. Вот просто так сиськи показать я не могу, если бы у меня тут это дитё, короче, было под сиськой. Это одобряем. Это... Жалко, у меня груди нет. Кейлор, это тоже ко мне относится, не парься. Вот. Да, насчет Нинди слышала, что его перекупили, конечно. Я не знаю, ну, как бы... Не знаю, сколько ему заплатили, потому что эта информация не подтверждённая, что там за... 232 или за 250 миллионов долларов, да, там контракт у него на какое-то количество лет. Ну, типа, ну, правильно сделал пацан. Я, конечно, понимаю, что вот он, типа, самый популярный стример на Твиче был, да? Ну, и вообще. Но, дело в том, что на Твиче сейчас очень много ограничений в плане свободы высказывания чего-либо. Не говорю, что это плохо или хорошо, но это факт. И когда у тебя есть альтернатива, тем более альтернатива за огромное количество денег, просто, ну, у меня в голове не укладывается, сколько это, 950 миллионов долларов. Ну, это, ну, просто не укладывается. Как мы, ну, обсуждали в беседке, мы с Евой говорим, Ева говорит, для меня это просто вот цифра, ну. Мы как в плане денежном, это ну просто в голове не укладывается. И когда есть такая альтернатива, конечно, туда нужно идти. Здравствуйте, дамы и господа. Ну вот сам, привет, давненько тебя не было видно. Спасибо тебе большое за переподписку на 17-й месяц. Пипец, чатик, сколько мы с вами уже на Твиче? Уже 17-й месяц люди подписываются, прикинь. Спасибо тебе большое, спасибо огромное. Так вот, да, когда есть такая альтернатива, когда тебе предлагают такие или не такие деньги, да, там какая разница, в принципе, большие деньги, причем на площадку, которая, в принципе, сейчас развивается, ну, как-никак развивается, конечно, это, мне кажется, был правильный выбор. Вот, но, конечно, жалко, что с Twitch-площадки ушел вот такой вот с огромной аудиторией человек. Я Fortnite'ом не увлекаюсь, я заходила пару раз на его стрим, посмотреть, ну, вроде такой миленький пацан, не токсичный. Вроде как, вот. Молодец, чувак, чё. 250 лямов, долларов. Кто ушел? Ниндзя на миксер стримить.
Зато минус конкурент. Да, особенно мой конкурент. Ой, Келлар. Мой конкурент лично ниндзя был в своей аудитории. Это да. Че за миксер? Стримерская площадка. По-моему, она от Microsoft, если я не ошибаюсь. Я не уверена. Вот, по-моему, стримерская площадка им принадлежит это. Ну, там стримят люди, я видела, там людей там и 1000 смотрит, и чуть более, но она не, совсем не такая популярная, как YouTube и Twitch. Но, мне кажется, потенциал у нее есть. Ну, это хорошо, я согласна с Тёмой в том плане, что Твичу нужен конкурент. Потому что YouTube Твичу не конкурент. Ну, вот, ну, не конкурент. Не получается так, что YouTube это не стримерская площадка. Как бы они жопу там не рвали, я не знаю, как бы они там не кричали, что они тоже вот умеют делать стримы, и у них все хорошо. Нет, YouTube не является все-таки вот такой вот конкурентной площадкой Твичу, потому что Твич это чисто стримы. А вот Миксер, да, Миксер может быть, почему нет. Переманит к себе вот Epic Games тоже, знаете, такие опа, и переманили к себе издатели, разработчиков, да, то есть попереманивали, у них эксклюзивы тоже, у них вышли даже PlayStation-овские эксклюзивы, то есть занесли бабло, все, опа, аудитория в Epic Games как бы пришла со Steam. И это тоже неплохо. У Steam появился конкурент, потому что Steam провалился в такую помойку. Просто помоище. Ну, блин, заходили в Steam, посмотрите, что там за игры продаются. Даже какой там срач происходит. Боже, да там такой помой. Там реально, чтобы найти какую-то годную игру в Steam, это вот так вот сквозь дерьмо, короче, фантики, я не знаю, трупы просто пробираешься, чтобы вот что-нибудь там отыскать. Да там, блин, они даже порнушные игры разрешили, они там вот эти вот всякие маленькие инди-игры, которые у нас по 200 гривен толкают. Все, короче, разрешили. Там пипец просто невероятно, дерьмище. Причем вот у нас была ситуация, кстати, до вас донесу, если вдруг вы подписаны на группу в Стиме под названием Art Games Community, пожалуйста, я, конечно, сама оттуда всех удалю потом. Дело в том, что эту группу создавал еще наш бывший модератор Иван, очень много лет назад. Тём как бы туда вступил, ну, он является там администратором, просто он в группах не сидит в Стиме. Вот, Иван уже как бы давно с нами не работает, и получается, что от этой группы недавно стали приходить уведомления всем, кто там находится, что вот, бла-бла-бла, халявная игра, переходите по ссылке. Если вы перейдете по ссылке, вас сопрут аккаунт. Да, Иван, который Рот Радио был. У вас сопрут аккаунт. Я вчера этой группой занялась, я получила права администрирования, то есть я удалила всех модераторов, каких-то левых людей, которые я абсолютно не знаю, не знает их ни Артём, никто. Вот, я их поудаляла, сделала группу закрытой. И дело в том, это я к вам про помойку, то что Steam, да? Я не могу просто взять и удалить группу. В Steam нельзя взять и удалить группу. То есть я могу сделать что? Там состоит сейчас 700 человек, состояло 800 человек, на вчерашний день состояло сейчас 500 с чем-то. Я могу удалить всех вручную по одному участнику, все 800 человек. То есть ты кликаешь на крестик, потом тебе всплывает окошко «Вы уверены?», ты нажимаешь «Да», и потом только человек удаляется. То есть это нужно сделать 800 раз. И потом ее закрыть, и туда не заходить. И спустя какое-то время, то есть это там месяц, два, я не знаю сколько, когда группа не будет активна, ее сами удалят, короче, из Стима. То есть, ну, вы прикиньте, насколько, то есть им настолько срать, тут вообще они просто взяли болт, вот так положили, короче, и все. То есть ты не можешь взять, удалить. Я не могу удалить группу, которая сейчас занимается распространением вот этой ссылки, которая тырит аккаунты. Вот и все. Замечательная система, то есть. И то, что вот у Steam появился такой конкурент, как Epic Games, это, по-моему, очень хорошо. И в том числе, как Twitch и Mixer сейчас пытаются, ну, переманил самого крупного стримера на Twitch, самого крупнее нет. Вот. Переманил к себе ниндзю, это тоже правильно, тоже конкурент. Может быть, Twitch что-то начнет делать. Но Steam нихера не начал делать, серьезно. Он как валялся там в помоях, он так и валяется сейчас в помоях. Не знаю, наверное, вообще пофиг, что у них там Epic Games конкуренты, не конкуренты. На них это как-то не подействовало, я смотрю. Ну, по крайней мере, я ничего не вижу, никаких изменений. Вот, ну, может быть, с Twitch'ом. Ну, с другой стороны, что сделает Twitch, если вот такие вот правила, то есть это американская площадка,
и у них этот вопрос там расизма, сексизма, еще чего-нибудь стоит остро. Че они сделают? Ну, ничего, наверное, и не сделают. Ну, по крайней мере, здоровая конкуренция еще никому не мешала. Как-то у нас с вами разговор начался. Вы вообще стримить собрались Dark Souls, а в итоге у нас ERL какой-то превратился. Вот, в Steam есть группы, да, да. Там есть группы, вы можете там вот это вот... Не знаю, зачем, они неудобные, во-первых, ни хера. Во-вторых, вот вы и удалить ее не сможете. Не сможете. Короче, гоу забьем на DS2, гоу ERL. Я не знаю, о чем с вами разговаривать, ERL, у меня ничего не происходит в ERL. Вот, привет, ребятки, всем, кто подошел. Серьезные разговоры? Не. Да, ну я... Не, я бы с вами поболтала, серьезно. Только я не говорю, я не знаю о чем. Потому что у меня в жизни особо ничего не происходит. Я сижу дома. Вот, ну вот к Блэкам, может, съездим. Может, только побрянчи на гитаре. Ой, блин, я недавно гитару настроила. Или вчера, или позавчера настроила. Она у меня стояла просто... Не знаю, месяц, наверное, но я так очень редко к ней прикасалась, капа, да? И пришла Катя, и начала на меня орать, короче, тупо бэксистить меня. Говно играешь, сволочь, прекрати, пожалуй. Я, короче, не стала больше играть. Он валяется там под стулом, Катя это. Вот, поэтому не. Не сейчас. Добьем, блин, мозоли сошли с пальцев. Больно играть. Вот. Да, к Блэкам мы собирались, но поездка к Блэкам стоит достаточно дорого, поэтому я же говорю, собираем, пока насобираем на билеты. Причем, блин, как оказалось, поезд на Уфу очень популярное место. То есть, ну, мы где-то в конце месяца собирались. Я так посмотрела на поезд, ну, там, на 27-е, там, на 28-е число. Уже занят места у людей, уже много мест занято. Думаю, эй, камон, вы что там охренеть, как нахер вам туда ехать? Нахера? Есть прямой рейс до Уфы? Нет, нету. Сначала до Москвы, с Москвы до Уфы надо ехать. Вот. Поэтому, ну, мы сначала собирались на микроавтобусе, получается, до Москвы. С Москвы уже здесь на поезд до Уфы, который едет 22 часа или 23 часа. Вот такая веселая поездочка. Нахер туда ехать, сами собираться. Так мы, блин, собирались. Сколько лет мы с Блэками дружим, и вот, ну, мы ж ни разу не виделись друг с другом вживую вообще никогда. Ну вот. Вот, наконец, собрались уже спустя столько лет. Всегда. Видимо, Уфас, да, туристическое место. Вот пипец, надо поля смотреть. Поэтому билеты на поезд надо брать за 90. За 90 они там за 45 только продаются, во-первых. Самолеты никак, да, ну нахер эти ваши, извините, конечно, я очень люблю Россию, да, но российские самолеты меня пугают только своим видом, во-первых. Во-вторых, меня в принципе любые самолеты пугают своим видом, а российские вот тем более пугают своим видом. Поэтому я, пожалуй, поеду 23 часа на поезде, чем 2 часа на самолете. Серьезно, вот, ну... Мне не жалко, я пока молодая, могу себе позволить. Как-то так. Так что веселая поездочка предстоит, если мы, конечно, поднасобираем на это дело. Кстати, насчет гитары. Вот я тут сидела, короче, разбиралась, как играть песенку. Но в итоге, короче, что-то у меня как-то говно получилось. У меня получился только бой, а перебор какой, короче, я не могу с ним совладать пока. Он нестандартный. Вот, поэтому пока не получилось. Там на изи вообще играется, честно говоря. На велосипеде дешевле. У нас нет велосипеда. Велосипеде. Мэтт, спасибо. На Бликов будете в Москве? Пишите. Может, экскурсию смогу устроить. Мэтт, ты даже не представляешь, сколько людей уже мне предлагали экскурсию устроить. Как минимум... Наш друг, который приезжал к нам вот недавно в Харьков, он сейчас в Москве живет уже. Такой, о, говорит, пойдите со мной на работу. Вот, ну, короче, посмотрим. По-моему, если мы, ну, если я правильно посчитала, мы туда приедем утром, а поезд отправляется вечером. Там достаточно вечером. И то есть, ну, будет промежуток по Москве хоть прогуляться, не знаю. Посмотрим. Мы еще никакие билеты не брали, потому что...
не брали, короче, мы еще никакие билеты. Вот, поэтому ничего не могу сказать. Спасибо тебе большое, спасибо тебе огромное за косарик, спасибо большущее тебе за большущий донат, Мэтт. Как твоя командировка, кстати? Ты приехал или... А, я по долгу службы летаю несколько раз в месяц, в том числе и на зарубежных авиалиниях. И Аэрофлот пока в топе для меня. Это Аэрофлот, это российская компания? Я просто не знаю, я не летала ни разу в жизни, мне не нравится. Спасибо тебе большое еще раз за донат. Спасибо. Неправда, билеты из СПБ в Адлер брал за 3 месяца. Я тебе говорю, я зашла на сайт РЖД, мне написала. По этому маршруту билеты продаются, короче, за 45 суток. Вот. Да и у нас в Украине за 45 суток продаются, насколько я знаю. Не знаю, за 3, ну, типа, за 3 месяца. Такое понять не имею, не слышала такое. Дарк, спасибо тебе еще за 500. Спасибо большое. Офигеть. Заезжайте в Самару. По пути. Ой, блин, я не знаю, через что даже идет поезд, если честно. Мне интересно. Заезжайте в Самару. Спасибо тебе огромное. Спасибо тебе большущее. Заезжайте в Самару. Блин, я даже не знаю, где она находится. По-моему, далеко. Интересно, здесь написано, через что идет этот поезд. Сейчас. Так, информация о поезде. Рязань, Рузаевка, Инза, Сызрань, Самара. Ты посмотри, через Самару едет. Встречай нас на вокзале. Действительно, смотри, едет через Самару. Потом Новоотрадная какая-то. Похвистнево. Почему я на украинском читаю? Похвистнево. И Бугуруслан. Потом Уфа. Боже, ну и название-то, ну камон. Это ужас какой-то. Там это точно Россия. Ну, это, конечно, понимаешь, что уже Уфа это как бы немножко другое, но тем не менее, боже мой, через какие... Я думаю, знаешь, будем ехать там на какие-нибудь крупные города, посмотрим, хер тебе врыло, он этот... Сырстан. Посмотрим. Да-да. Не матюкайся, не буду. Не буду больше. Я такие слова не умею. Там вот что-то в конце Руслан было. Аэрофлот российская. В целом у них очень молодой авиапарк. Еще Air Astana хорошая. А в Москве я точно навязываться не буду это предложение. Не, типа я вообще не уверен. Я просто, во-первых, мы с сумками сейчас наверняка будем. Надо будет. Короче, вообще, мы ни разу не были и в России вообще. Ну вот, поэтому... вообще не ориентируемся. Мы были только... Я была в украинском Крыму, была в российском Крыму. Дарк, офигеть, спасибо тебе еще. Пипец, мы еще играть начали. Донатами закидал. Спасибо большое. Жесть. Все, что ты прочитала после Самары, богом забытые места. Я не удивляю, ты знаешь, Уфа тоже, в принципе, богом забытое место, как по... Ну, так, я фотки видела. Поля. Не зря Блэк орал в гольфе. Я буду пить в поля, нахуй! Потому что, да, богом забытые места. Ну, надеюсь, что нас там не прибьют. Спасибо тебе огромное. Спасибо тебе большущее еще за 500. Спасибо большущее. Ну и за голенькую Гермиону. Ну, просто спасибо. Так, ладно, чатик, мы с вами тут, конечно, очень хорошо общаемся, причем общаемся про поездку в Уфу, которую мы еще даже... Вот мы купим билеты когда? Если нас не повяжут на вокзале, вот тогда можно будет радоваться. Мы с Дашей списывались, ну, типа, потому что вот когда там ехать, бла-бла-бла. Даша такая, ой, так, что за фильмы мы будем смотреть? Так, что мы будем кушать? Там можно будет поиграть в это? Даша, говорю, мы еще не приехали. Так, кушать мы будем то-то... Хорошо, уже все решили. Вот. Я вот сейчас залез посмотреть действительно по этому маршруту за 45, а так за 90. Ну, я же тебе врать не буду. А, когда же в первое время назвала регион проживания Башкрат... Я не умею только читать.
Даша. Даша уже, короче, готова нас принимать. Вот, но мы еще даже билетов не брали. Но вообще билеты надо взять заранее, потому что может так получиться, что нам их и не достанется в конечном счете. Вот. Так, ладненько, погнали. На самом деле в игрушку. Я бы, конечно, с вами пообщалась сейчас, потому что, ну, типа, видите, не особо есть много тем для общения. У меня очень разговорчивый человек. Невероятно. Невероятно. Даша уже сочинила меню. Да, она нам программу уже сочинила, наверное. Вот, но мы даже не знаем, насколько мы едем. Дело в том, что мы можем перебывать на территории Российской Федерации не больше недели без регистрации. Вот, а нам только по территории РФ. Ну, там, в общей сложности, нам сутки ехать туда, сутки ехать обратно по территории РФ. То есть это уже минус 2 дня из недели. Вот. А может быть, даже больше, если считать еще... А скорее всего, даже больше, потому что когда мы будем пересекать границу, а границу мы пересекаем на Белгороде, а Белгород от нас очень близко, и, то есть это уже будет считаться дорога от Белгорода до Москвы, потом... С Москвы до Уфы это уже 2 дня. Короче, я не знаю. Вот. Даже с Артуром к маме, поэтому сейчас поет за соленьями и вареньем. Да, вот ради нас где-то банок понабирают, мы будем кушать. Именно так. Как у вас не монобровь, кто у вас паспорта проверять будет? Ну ты про регистрацию? Ну вот, надеюсь, что никто. Ну, конечно, я ее сделаю. Ага. Короче, все сложно, но можно. Всегда все можно. Другое дело, насколько тебе повезет. Вот. Так что такие вот дела. Так, ладненько. Сейчас. А куда сейчас мы идем-то хоть? А, да, точно. Вспомнила. Че, Тёма уже закончил? Люмка. Ты в игру, где надо руки и ноги на цветные пятна ставить. Я видел фильм, который начинался так же. А, лол, боже мой. Как она называется? Я что-то забыла, как называется. Твистер. Ага. Воу! Откуда ты взялся? Я тут на чатик смотрю, а ты меня бить собрался. А что, так можно было, да? Тём, спасибо тебе большое за рейд. Чё, ты прошёл игру? Привет, ребят, все. Кто... А Тёма пришёл? Здорово. Чё-то меня сейчас тут зарубают. Он плохо играл? Ну, главное, чтобы ты хорошо играл. Потому что, если ты будешь плохо играть, кому мы смотреть тогда будем? Тёму, что ли? Так не пойдет. Фак, ладно. Привет, тебе, да. Так, Акай. Да что ты творишь там? Вот козёл. Ну иди сюда. Ну не так близко надо было подходить. В этой части была шапка с фонарем. Да нет, это же первая часть. Хотела на паузу поставить. Дарка, офигеть! Спасите еще за... Косарь! Таня, бей их. Я в тебя верю. Спасибо большое. Спасибо тебе огромное. Пипец, что творишь? Что творишь? Спасибо большое. Как вы думаете, чат, я здесь сдохну? Спасибо огромное. Нет. А что я подобрала? Боже мой, я даже не увидела.
47 то хит. А, блин, да то смерти. На самом деле. Но их надо еще будет проверить. Их надо будет проверить возле камня в Маджуре. Потому что я не уверена, что их точно 47. Да ёперный театр. Окай. Совет по этой игре будет караться Банхамера? Нет. Ну, типа, если ты пишешь... Ты тупая тварь, не туда пошла, мразь. Как ты посмела вообще, как ты бьешь? У тебя что, руки из жопы? Ну, конечно, ты получишь бан. А советы, нормальные обычные советы, нет, не караются, они только одобряются. Ну, типа, спойлеров... каких-то, знаешь, там, вот сейчас за поворотом будет босс, его нужно бить огнем. Ну, такое баном не карается, но удалится. Вот. Да, я в онлайне, я это исправлю. На самом деле, я надеялась, что вы этого не заметите. Ну, типа, я не сильно расстроюсь, если сейчас кто-то вторгнется, потому что у меня душ нет. Но я, да, я этот момент провтыкал. Сейчас как раз это и исправим. Какой у нас-то момент тут? А что, через Альтов 4 уже не работает? А, работает. Блин, Рутони, чат-то закроется, интересно, так или нет? О боже, удачи тебе, готовые котлетки он взял, боже мой. Удачи, держись, держись. Зачем автономно? Чтоб не вторгались ко мне всякие плохие люди. Чтобы унизить. Меня и так как бы унижают мобы. Помолитесь за него, братья. Да-да-да. Блин, а выключаться собираешься вообще, нет? Алло. По-моему, это знак, короче, что мне в онлайне сегодня придется играть. Что такое Steam Cloud вообще? Я же выйти из него не могу. Тогда могу посоветовать не зажигать все фонари только возле некоторых статей. Хорошо. Я вообще не собиралась их зажигать, если что. О боже, какофония звуков! Но мне нравится. Вы не ждали, а я приперся там, как ширкат там не в Нью-Ирмиан. А я тоже закину на благое то дело. Джордж Фриман, спасибо тебе большое. Спасибо огромное за 500. Там за поворотом, я не знаю что, бить надо, не знаю чем. Дарк, спасибо тебе большое еще за 333. Охренеть, народ, спасибо вам большое за поддержку. Владислав, спасибо тебе большое за переподписку на 17-й месяц уже. Спасибо тебе огромное. Как мы тебя не ждали? Мы тебя ждали вообще-то. Спасибо огромное. Спасибо тебе большое за поддержку. Спасибо всем, ребят. Спасибо большущее. Steam Cloud, там твои сейвы хранятся помимо компа, хотя сейвы Dark Souls там не хранятся 100%, странно. Ну, типикал Steam. Я говорила в начале стрима, что Steam помойка. Я продолжаю это. Кстати, видела «Сумерки для парней 3», там почти такой же момент, как на гифке. Да я и первую не смотрела, честно говоря. Нет, не видела. Начинки не было, крысы съели, держу в курсе. Жестко. Неж. Так, а ну! Подожди, откуда встал этот мужик, который сзади постоянно ко мне подходит? Отсюда, да? Ну да. Ой, дурак! Мне кажется, я, короче, онлайн выключил, а легче играть стал. Как ты могла не смотреть «Сумерки»?
Не, кстати, «Сумерки» первые я смотрела. Я не... не стыжусь этого. Я не знала, на какое дерьмо я подписываюсь, когда я начала их смотреть. Вот, но «Фея и вампир» мне очень понравились. Считаю, что это... это лучшее, что я видела в своей жизни. Вот. Да. А вот пародии нет. Пародии я не смотрела. Не, ну вот козлина, а. Ну больно же, зачем так делать? Так, ну туда мне бессмысленно идти. Да и сюда бы вообще-то тоже, наверное. Воу! Здрасте, приехали. Откуда этот? Доспех вегетарианца прочитала. Не знаю, как он был на самом деле. Ты убила огра в самой первой... Нет, я не убивала огра. Я, честно говоря, не очень в курсе, что за... что за кольцо он дает. Но я понимаю, о каком огре ты говоришь. Рич бич! Рич бич! I'm a rich bitch. A motherfucking rich bitch. Я вот только заметил, но Таня умеет играть на гитаре. Я, ну, умею играть, это громко сказано. Но пиликаю для себя периодически, да. Спасибо тебе большое, Тибиус, за косарь. Спасибо огромное тебе за жесткую поддержку. Спасибо большущее. У меня была моя маленькая гитара. Ну, типа, она была тоже акустическая. Но размером под классическую была. Я ее продала недавно. Была электрогитара. Вот. Но я ее тоже продала, потому что на электрогитаре мы как-то было не так интересно играть. Вот Тёма мне подарил вот ту акустику, которая сейчас стоит сзади меня. И она, конечно, офигенно звучит. Спасибо тебе большое за донат. Спасибо огромное. Так что играю это громко сказано, я очень непосредственно, короче, на ней. Тибиус, спасибо тебе большое за переподписку на третий месяц. Спасибо огромное. Поздравляю тебя с новым значочком. На третий месяц же новый значочек, правильно? Да. Спасибо огромное. Так что да, вообще я, конечно, все иногда сажусь, думаю, надо научиться нормально. Но я достаточно неусидчивый человек. Я вообще удивлена, что я научилась хоть как-то играть. Потому что усидчивостью я не обладаю. Но у меня было в колледже 3 вида музыки, поэтому не пришлось. Но я не хотела учиться играть на пианино, поэтому мне пришлось учиться играть на гитаре. Вот. Как-то так. Надо было учиться нормально, а потом приходит... ну да, приходит Катя, орёт на меня и все. Из ДС будет только это или третья тоже будет? Да дайте мне эту пройти. Вот. Я это первую с трудом прошла. Ладно, может быть, не с таким трудом, каким могла бы. Но было неприятно. Пройдем эту, а там посмотрим. Че это сейчас? Вот так, значит, да. Подожди, так мало того, что он еще какое-то говно в меня кидает. Лой. Этот, короче, кидает говно, этот огненные стрелы. Вы думаете, что они копятся? Ну, типа, это бензин, может быть, какой-нибудь, я не знаю. А, масло. Ну, во, глянь, чат, я была права. Такие. Так, а как бы мне выманить вот этих собак, чтобы... Они не хотят выманиваться, вот в чем проблема. Я в масле как раз. О, прекрасно. Я думаю, что здесь более целесообразно будет пробежать, чем с ними драться, если честно. Если у тебя нет ключа, тебе нет смысла сюда идти. А какой должен быть ключ? Какой-то у меня наверняка есть. Я ключница! Для полноты картины не хватило красного фантома. Да, ну, благо.
Живых людей здесь не предвидится. Целесообразно будет удалить нафиг игру. Да не. Зачем же так жестоко? Игра не виновата, что я плохо играю. Оу! Что за изнасилование групповое? Я сам за гитару взялся в прошлом году. Выучил лишь свою песню и три полоски. Ну, еще могу сыграть жуки батарейка на одной струне. На одной струне? Да. Мне кажется, ты виртуоз, на самом деле. Я не знаю, как играется батарейка на одной струне. Спасибо большое тебе еще за косарь. Охренеть. Спасибо большое. Невероятно. Спасибо большое. Я, блин, чат, у меня 20 IQ, я кроме спасибо большущее не могу придумать, как отблагодарить человека. То есть, ну, настолько отупела, боже мой, пошлите меня обратно в институт, потому что мне кажется, что мне недостаточно словарного запаса. Вот, да, Тибиус, огромнейший Тибиус. Я вот, в принципе, ну, на том же уровне на гитаре играю, поэтому не переживай, не переживай. У человека, ну, вот у меня было три вида музыки. Куча времени, чтобы научиться нормально играть. Даже преподаватель по музыке, который мог меня научить. Но особо он мне, конечно, этого не делал. Потому что думал, что он мне один раз покажет, я типа должна повторить. Но сам факт. Вот. И тем не менее, мой уровень игры на гитаре до сих пор очень-очень начинающий. Так что я думаю, что у тебя все впереди, если честно. А ты не захотела ничего еще? Ты охерел, да? Ты в курсе, что ты мне все хп снес? Мужчин, я еще и утонула. Да действительно! Почему нет? Есть ключ камень фалоса. У меня был, но я его потратила. Если бы мне донатили 1000, я бы тупо хихикал. Так что у тебя еще адекватная реакция. Не, ну понимаешь, то есть... Когда стример благодарит одной фразой, спасибо тебе большое, это говорит о том, что он тупой. Вот. Вот я как бы... Ну, ты можешь видеть пример тупого человека перед собой буквально. Мне нужно больше читать, по-моему. Я, конечно, понимаю, что вот я читаю книжку, пиши, сокращай. Но, блэд, мне до такой же степени сокращать нужно. Тибиус, охренеть. Что творит мужчина? Кстати, про пианино. Вот сегодня загорелся купить пианино и научиться играть. Я тоже одно время, на самом деле, хотела. Мне в колледже очень не нравилось играть на пианино, потому что, естественно, меня начинали учить какой-то херне. Типа... Ладно, на самом деле, песня про мамонтенка не херня, но тем не менее. То есть, ну... Репертуар детского сада, да? Вот эти детские песенки, которые я должна была... уметь играть, хотя по факту я не должна их уметь играть. Для этого есть специально музыкальный руководитель в детском саду. Но нас всех обучали играть на пианино. Я даже сдавала экзамен по этому поводу. Но! Из-за этого мне было очень скучно. Но когда я закончила колледж, мне очень захотелось научиться играть. Я думала, что плюс я синтезатель. Но я подумала, что наверняка я все это дело заброшу, как обычно. Поэтому решила, что не нужно мне. Вот, спасибо тебе огромное еще за 500. Спасибо большое. У нас сегодня с вами прям cool story какие-то. Играем мы плохо, зато он cool story интересный. Да? На всякий случай, тут можно прыгать в воду, где видно дно. Да, я уже это поняла, да. Спасибо огромное. Да я забываю про тебя, мужик, постоянно. Ну, камон.
сколько можно меня пугать? Дарк, спасибо тебе большое за 300. А у меня электрогитара уже несколько лет просто так лежит, времени нет. Да вот у меня тоже просто так лежала, и в итоге ее продала. Причем продала на самом деле за... Ну, дешево продала, надо было больше брать. Нет. Так что, да, у меня тоже лежала без дела, я там что-то выучила чуть-чуть на ней. Какой-то херни. На этом все закончилось, мои приключения. У меня и комбик, вот комбик только недавно продали, кстати. Стоял долго, комбик без дела. Вот. И я решила, что, наверное, она мне и не нужна. Спасибо тебе огромное, Дарк. Надеюсь, что твоя все-таки обретет счастье когда-нибудь. Так, чувак, я тебя сейчас ударю нечаянно. Да отведись ты от него. Здравствуйте, чё ховаемся? А мы микроволновку продали. Тёма, вот она стоит. Микроволновка наша прекрасная. Стоит и ждет. Пока кто-нибудь ее, блин, продаст. Тибиус, что творишь вообще? Охереть. Боже, чат, у меня сегодня голые Гермионы просто перенасытился. Просто хочу играть, как в твоя апрельская ложь. Уже пару лет, как думаю. Я, честно говоря, не знаю, что такая твоя апрельская ложь. Вот серьезно, понятия не имею. Но мысли я поняла. Наверное. Спасибо огромное. Это аниме? А, ну тогда неудивительно, что я это не знаю, потому что я не смотрю аниме. Вот. Но есть у меня знакомый, который, возможно, это знает. Короче, ты накопишь на поездку куфуфне быстрее Тёмы. А я уеду. Без Тёмы. Тёма, я, конечно, тебя не брошу. Вот. Мы столько раз, смотрите, мимо пробегали, тут какой-то челик стоит. Спасибо огромное тебе, у себя. Спасибо. Я думаю, ты научишься, если ты не такой неусидчивый, как я. Уже тестили донат 666? Нет, ничего не тестили. А у нас есть. Тёма микроволновку продаст и догонит. Слушай, она стоит у нас. Она не работает. Мы ее сдали в... Она у нас, короче, похерилась. Типа, я разыгрывала в ней еду, она начала вонять палёным и искры из проводов идти. Мы ее сдали в ремонт, нам сказали, что... Там какая-то херня сломалась, в общем, внутри, которая, ну, основная, типа, вот. И чтобы ее починить, нужно столько денег, сколько не стоила, блин, сама микроволновка. И мы решили ее на запчасти продать. Ну, в общем, магнетрон. Да, по-моему, вот эта хрень так и называется. В общем, мы ее решили продать на запчасти, но мы так и не продали. У нас даже старые мобильные телефоны до сих пор лежат. Чтобы их продать, нам стоит зайти в соседний супермаркет. Там принимают технику, блин. Короче, ну вы понимаете. Вы даже не представляете, как я долго собиралась с мыслью, чтобы все объявления на OLX выложить, короче. Вот это вот общаться с людьми по телефону. Здравствуйте, да, конечно, можете прийти в мой дом и забрать это. Продавать старые телефоны, как же память так нахер они мне нужны? Все фотки у меня на компе. Что это? Это я. I don't know you. Things are better that way. Слушай, она какая-то неразговорчивая совсем. Женщина. You are an odd one. Мне кажется, нерабочую продать сложно. Да нет, не сложно. I'm called Luke from the land of Mira. They say Drang Lake brims with power, and so I came to claim mine. But what a strain. You are an odd. Well, you've made a point of thing. I can see. I come. Don't hesitate to call. Она мне что-то даст, нет? А, это на зов она придет. Безумка, спасибо. Привет, а я ноут алкоголик сегодня из ремонта забрала. Живой, так счастлива. Ну, слава богу, это, конечно, понабухается ноут вином, а потом не работает. Спасибо тебе большое за донат. Поздравляю тебя с победой. Не стрёмно дома принимать клиентов.
а не на нейтральной территории. Вдруг неадекват какой-нибудь будет. Не, ну, допустим, комбик бы хер бы я тащила, блин, куда-нибудь на станцию метро. А гитару я, да, я вот к метро притащила, она не тяжелая. Блин, там комбик 10 килограмм. Да пошли они в задницу. Че мне? Выгоним пинками, у меня Тёма есть, если что, отпинает. Неадеквата какого-то. А мы здесь не были. Чат, пойдемте. Что это такое? А, мы просто вышли отсюда, я поняла. А, подожди. Ясно. Девочки, вроде маску сняла. Это не девочка, чат! А, это маска, подожди. Я думала, это дед. Думаю, как девочка, ты рожу видел? Вот эта девочка, смотрите. Прекрасно. Боже, у меня сейчас такой институт, типа, это не девочка! Хан Соло и Индиана Джонс один и тот же человек. Вот на этом уровне сейчас было. Так, а что здесь? Здесь закрыто просто, хорошо. Девочка стала дедом. Да ты не представляешь, это как так херело вообще. Телефон перезагрузку уже 6-й раз просит. Блин, короче, я своего факера ударила. А он все равно на меня не нападает. Кайф. Хермиус. Привет. Хермиус. Я не знаю, как правильно. Здорово. О, бля, там тень такая страшная тебе была. Такой мелкий, а тень такая страшная. Так, а вообще у меня... Я тут встану. Здесь никого нет? Нет. У меня есть лук. Я могу им пользоваться? И мне нужны стрелы, наверное, как-то еще. А стрел? Нет, а куда я стрелы должна? У меня какие-то были. Куда мне их... А, во, я вижу. Ща, я умная буду. Блин. Ой, а как целиться-то? Дарк, молча просто, пипец. Спасибо тебе огромное за... Ребят, что вы творите-то? Стример так плохо играет, а вы столько бабла закинули, охренеть не встать. Спасибо тебе большущее, просто невероятно. Чат, что творит? Что творится, чат, вообще? Что творится? Я не знаю, чем я заслужила, спасибо тебе большущее. Спасибо, ребят, всем огромное. Пипец. Что творите? Так. А что он стрел не найдет? А что он стрел не найдет? Может, это не под этот лук стрелы? А, потому что... Не, а что мне надо делать? Как... Как делать вещи, чат? Это эти стрелы не подходят под этот лук? Или почему он... Она у меня не находит их. И они вон безликие такие. Не подходит, да? Чатик. Подходит? Ну так... Ага. Ладно, еще раз. Как целиться, ты написал? R2 прицел, потом L2. Пипец, вот это технология. Охереть. Пипец, блин, как это можно... Как можно было додуматься до такой вот... А как стрелять? Просто? Отжимаешься?
протестируем. А советы с небольшими спойлерами можно? Ну, пожажда. Три. Можно. Спасибо тебе большое за 666. Спасибо огромное, Данте. О, да. О, да. Протестировали, наконец-то. Спасибо большое. Спасибо тебе огромное. О, боже, я что-то чуть не родила. Я забыла. Я забыла, что у нас такой стоит. Стоит. Да, стоит такой донат, в общем. Обещала страшную, да? Я сдержала обещание, по-моему. Спасибо большое. Ну, это херенно, да? А как стрелы поменять, чат, на обычно? Вот у меня... Ладно, я могу просто их убрать, да, огненные? Что такое? Да не дыши, да так страшно, мне тоже страшно. Бля, а эти не находят. А почему он их не находит? Может, потому что мне нужно их... Не, они у меня в первом слоту. А может, потому что я их не туда поставила? Боже, сейчас. О, у тебя есть сатана. Тёма вот перестал пугаться сатаны. Да, Тёма там с твоими-то донатами, естественно, перестал. Спасибо огромное. Но у нас хуже сатаны, я считаю, что мы вернули, мы возродили нечто прекрасное. Спасибо тебе огромное за 666 тоже. Там два слота, один под... Блин, пипец сложно. Спасибо огромное, Дарк. Ой, блин. Ох и да. Так, подожди. Надо же теперь достать. А, боже мой, теперь этот донат слушать надо же. Так. Я помню, как Даша Мануса, что ли, пыталась так бить луком, или нет? Или я ошибаюсь, чат? Она его нашла, я там лука этот. Шпыньк. А там этот. Котятка-то, она передвигается? Я не вижу на стриме или нет. Ну, в смысле, вперед. У нее радуга из жопы идет. Должна идти. Движется? А, хорошо. Хорошо. Тогда все в порядке. Кто меня бьет? Мне показал. Это ты был? Мне показал. Ля! Писец, он хилится! Охереть! Он там. Он что, совсем страх потерял? Куда он побежал? Ко мне? Где мне его ждать? Откуда мне его ждать? Отсюда, наверное. А, он не может пройти. Рубака. Ля, ой, тупой. Ну, ты идешь сегодня, нет? Ко мне. Ой. Но не надо. Доржалась, называется. Пока. Да. Так, тут собакины. А мне вообще в эту сторону? Я не уверена. Вот, честно говоря. Совершенно. Но там эти черные твари. Я бы с большим удовольствием, наверное, к собакам пошла. Под зад тебе. Они все ко мне пошли. Прекрасно. Ту-ту-ту-ру-ту-ру-ту-ру. Ту-ту-ру-ру.
Блин, у меня теперь эта хрень в голове. Что делать будем теперь? Ужас-то какой. Вчера весь день группу сучья пела, сегодня ранеток. Какой кошмар. Чё стоим? А, у меня нет камня фалоса, да? Сюда камень фалоса нужен. Ага. Ууу, горим! Дурак. Помнишь песню «У Палмы»? Ну, блин, а кто не помнит? Мой нежный ель. А у меня есть, да? Чё-то он у меня... А? А чё мне сюда тыкать, если он у меня есть или нет? Я просто чё-то не в курсе. Нет? Тыкай. И чё, и кого мне слушать-то теперь? Он есть, тыкай. Ага. Ну, давай. А чё будет? Тык. Чё происходит? Что-то зажглось? Ох, ёпта, факелы везде зажглись. Вон оно что. О, а можно его вытащить нахер? Меня теперь все видят. А, зато не будет этих, да? Рукастых больших, да? Да? О, точно, тебе рукастых не будет. Можно идти. Свет дали, да? Боже, вот это сейчас... Я чуть не родила, чат. Я все так испугалась. Так, пойдемте наверх. Где здесь вверх? Колобой, спасибо тебе большое за 100. Ранетки, это еще что? Я почти выучил год 100 про Зимбаума сегодня, когда темных фантомов проходил. Спасибо большое тебе. Спасибо огромное за 100. Да, ну ранетки, согласись, это как бы это достаточный аргумент в сатанинском обряде. Спасибо огромное. Так, по ножу вегетарианца. Так, мне видать наверх. Можно узнать, как у вас погода? Не жарко? Нет, сейчас не жарко. Сейчас дожди обещают всю неделю. Но это же хорошо. Ну, в том плане, что не жарко. Потому что задолбал. У нас мы окна открыть не можем, потому что кошка сейчас живет. Ох, успела! Боже, как это было близко, просто пипец. В доме с рукастым ты можешь найти топовый меч. Мне пока этот устраивает. А что, намного лучше, что ли? Не очень хочется рисковать. Гифка, конечно, очень вставляет. Древнее зло пробудилось. Дальше только запахло весной. Да, как ты мог сравнить запахло весной с ранетками, блин? Спасибо тебе огромнейшее, Дарк. Закидал просто вот так вот. Спасибо большущее. Я чувствую, что билеты мы достаточно скоро купим на поезд в Уфу. Вот, и не будем волноваться, что нам не достанется нормальных мест. Спасибо огромное. Запахло весной, между прочим. Это очень хорошее произведение искусства, я считаю. Вот. Не смейте сравнивать. А теперь представь, запахло весной в исполнении ранеток. Ну, я...
меня очень хорошее воображение, но не в этом плане, видимо. Спасибо огромное. Слышите, здесь в этот колокол, да, позвонить надо, по-моему? Правильно? Доброе утро, Таня. Нет, я не в Америке, просто лето же. А, ну... А сколько времени? Ну, лето... А если ты из Питера, может быть, у тебя белая ночь? Да, позвони. Ага, сейчас позвоню. Я сейчас как позвоню. Ой. Полярный день. А-а-а, фига. О, смотрите, зажглись фонарики. А теперь, если я умру, мне опять этот колокол надо будет звонить? Рычаг же. Вот этот? Да-да-да. Смотрите, смотри, кораблик так красивый приехал. Ля какой. Ля какой чат. Колокол один раз кайф. Блин, ну красиво реально. Реально прям. Чё делать, рычаг? А! Он звонит в колокол. Я поняла. Да. Хорошо. Стример не тупой. Стример не тупой. Нет. Просто хотелось пострелять. Да. Конечно. Верь мне, чат. Что-то сегодня состояние такое, что даже лень комменты писать. Но у меня сегодня тоже такое состояние. Но у нас пасмурно. Вчера я очень устала, поэтому, в принципе, есть причина быть вот такой. О, такой! Да. Но стрим никто не отменял. Ой, куда? Что ты творишь, придурок? Все стрелы в молоко. Не хилься, не хилься. Куда ты пошел? Ля, и не умер, да? Дурак, шо ли? Он до сих пор не умер? Вот, а, не, умер, хорошо. В целом, если знаешь, что где лежит, то можно пробегать всех, хватать предметы, смело умирать. Да, ну, 5000 душ, на самом деле, это как минимум уровень один. Не хочу его терять. Так. Не, ну я в любом случае, мне кажется, босса не побью с первого раза, поэтому... Поэтому, возможно, мы их и потеряем. Вот, а куда идти к боссу? На корабль, я так подозреваю. А кораблик у нас... Где путь к кораблику? Наверное, не здесь. Да, не здесь. Сам не знаю. Возле колокола спуск. Серьезно, возле колокола был спуск. Я настолько, то есть, невнимательно. Я хватит меня пугать! Сраная физика. Возле колокола был спуск. Правда как? А где там был спуск? Там даже кто-то сейчас стрелять в меня пытается. Хито это. Вот сюда? А как я потом-то? А как я потом спущусь? Там же ж... Сюда? О, здравствуйте. Висите пока. Не, ну ты тварь, конечно. Кто ты такой вообще? Что это было?
Я тебя не звала. Бля, звуки такие страшные. Отвратительные, я бы даже сказала, звуки. Да. Что это за говно? Фу. О, до свидания. Блин, вкусняшка лежит. О, это типа шорткат? Или нет? Уу! Хитрая харя. Еще один, смотри. А, как мне его опустить? А. Опа. Ча. Окей. Здравствуйте, молодой человек. Вы кто? А вы не молодой. На человек. А, я поняла. Короче, ты маг, да? Мне не надо. Мне не нужны твои услуги. Спасибо. Так, хорошо, мост опустили, и походу нам, типа, потом, если мы сейчас умрем, что, скорее всего, нам не нужно будет долго бежать. Ты через что? Кататься? Кататься? У тебя недостаточно интеллекта, чтобы он с тобой говорил. Качаться? А, качаться? Ну, я не маг, точно же буду. Я больше ориентируюсь на перекаты. А, то есть не тяж. Я, конечно, бегаю с щитом, да, сейчас, но это чисто на всякий случай. Так, босс у нас здесь, по-моему. Ну, удачи нам, чат. Ой-ой-ой. А водички что, все больше, или мне кажется? Кажется. Во!
Нет! Бля! Не писец, да? Сука! Сраный, блин, Эстус закончился. Давайте, короче, сейчас попробуем в две руки его взять. Блин, я не посмотрела, что у меня закончился Эстус. Это было так тупо. Просто пипец, как тупо. Кидайся ими. Да. И надо его побыстрее бить, потому что мне кажется, что уровень воды поднимается. Ну, может, это глюки, конечно. Я не отрицаю. Ветки развития истории сна. Понимаешь, что ну, для меня сейчас Dark Souls... Ну да, уровень воды поднимается. Вот это с дубинками проще, чем тот. Давайте возле него отираться. Ну блин, нахер ты повернулся, меч? Да я хочу к дубинке! Это было больно. Не посетить. Что это за говно было? Пока. Что это было сейчас? Вот это вот такое вот. Как стриптизерша на шесте там вот это вертелось, оно крутилось. Псец! Как можно было? Вот эта вот хрень вот, мне не нравится. Мне нравится его вторая сторона. Может быть, слышите, может, его вообще стоит сбоку как-то к нему как это звучит, интересно. Сбоку пристраиваться, да. Может быть, он тогда вообще не сможет меня херачить. Как-то сбоку стараться держаться. Там, где у него между телье. Что же, блин? По факту босс опциональный. Да ну и что это? Преследователь тоже был опциональный. Мы же его убили. И этого убьем. Ну хорошо, что души вот здесь лежат. То есть мы тихо, спокойно их можем здесь подобрать. И преследователи этот веду вот в одну и ту же локацию. Держу в курсе по сразу. А, ну как кофе. Ну типа босс убьем правильно. Не, ну вот этот мне вообще не нравится. Парень, я держу в курсе. Не то чтобы этот сильно нравится, но он лучше.
Блин, опять этот повернулся. Мразь! Ходи. Главный совет по игре: не умирай. И я буду ему придерживаться. С педрами. Ага. А тут это? Что тут у нас? Ничего, да? А, ну тут есть, смотри, лесенка. Этот, может, у меня косточка есть? У меня нету косточки, по-моему. А, есть, кайф, давайте ее используем. Не юзай. А чё? Я уже всё, сорян. Чё-то, наверное, надо было сделать, да, там? Я ещё не сидела у костра, я могу вернуться. Я могу туда добежать. А что там, что-то важное было? Так. Типа, а чё там было-то такое? Не, просто интересно. Кое-что важное? Проход на новую локацию? Все равно туда вернемся. А, ну то есть, если я сейчас посижу у костра, оно никуда не пропадет, правильно? То есть я смогу туда пройти, ну, опять прийти, если что. И открыть этот проход в локацию, да? А, ну так а что за паника-то тогда? Ну, вернулись, ничего страшного. Сейчас пойдем в Маджулу, все равно вкачаем уровни. Вот, а потом тогда уже добежим до локации. Не, ну, конечно, было бы правильно открыть проход в новую локацию, сесть там у костра, но... Чё уж поделать. Погнали. В таком случае. У Маджулю. Где Маджулю? Вот он. Потому что у чата нет ничего, кроме паники. Ну, в смысле? Нет, чат хороший. Так, сейчас, секундочку. Лучше прочитать надо. Срочно! Так, все, я поняла. Представь предыдущее сообщение капсом. А, я... Окей. Так, женщина прокачки. Ты где? Вот. Иди ко мне, моя дорогая. Очень хочу тебя прокачаться. Говорят, ты это делаешь. Прекрасно. Так. Я, значит, что хочу? Я хочу тебя... Почему я хочу тебя? Так, хочу жизни. Давайте силу немножко качаем, потому что что-то мы ее совсем не качаем. Стойкость, так, ловкость нужна, потому что там может быть оружие какое-то на ловкости. Будь адаптацию, еще жизни вкачаем. Ну, как-то так. Женщина-качалка, да. Так, у меня осталось 1200, пойдемте сходим к кузнецу. Кузнец. Нет. Мне нужно 1100. Ладно, я сейчас немножко сожру душу одну. И вкачаю меч еще. Маленькая есть какая-нибудь? Есть, конечно. Простите, я отвлеклась. Усилим
А почему мы не можем? У нас... А, у нас потому что нет большого осколка титанита. А мы ж подбирали, кому? Ловкости в основном для луков нужно. Тебе бы зеленую полоску качать как раз. Да, я ее качаю в основном, да, постоянно. И этот, а у него не продается большой осколок? Не, у него маленький только есть. У меня было ощущение, что мы подбирали. Наверное, меня проглючило. Пойдемте тогда купим. Ты использовала его на предыдущем стриме? Вот какая я! Использовала и не заметила, пипец. Ну даю. Так, мне в этой бабке ничего не надо покупать. Сейчас, отвечу. Дарк, что творишь, мужчина? Таня, вы там плавно чемоданы собираете. Да поход, да, с такими темпами что-то уже походу надо будет собирать чемодан. Спасибо тебе большое. Спасибо огромное тебе. Пипец, ребята понатворили такого, что мне даже как-то не по себе. Спасибо огромное. Самоцветы и поговори после этого. Ну, самоцвет понятно. У другого торгаша будет большой осколок в бесконечном количестве. Ага. Хорошо. Это хорошо, что можно будет купить. Так, ну давайте тогда. Ну, больше мне у нее ничего покупать не надо, да? То есть какие-то квестовые там предметы, типа того там. Ну, да, нет, давайте тогда купим. И поговорить, да, с ней? А поговорить? Кольцо с серебряным змеем. Что дает? Ма, больше душ? Такое. Такое. Все, мы заработком делиться будешь? Ну, а куда же я денусь? Ну, все вот эти деньги, которые ну, сейчас полоска стоит, они все пойдут на билеты в Уфу. Потому что, ну, типа, и мы их тратить больше никуда и не собирались. Вот. Так что все туда уйдут. Из темного стрима, из моего стрима. А, так, ну лучше твоего здоровья плюс 30 поставить. Что? Блестяшка за кузнецом была. Блестяшка за кузнецом была. Да я ж тут это, брала уже блестяшку. А, за домом? А, действительно, спасибо. Спасибо. Ой, самоцветик даже. Так, хорошо, тогда возвращаемся на ту локацию, да, и идем открывать проход. Правильно я все думаю? Кольцо здоровья плюс 30. Поменяй на серебряного змея. Зачем? Потому что будет больше душ падать, мне же здоровье это не дает. Я понимаю, что кольцо жизни, оно как бы такое. Ну, хотя, знаешь, может быть и стоит. Может быть и стоит. Потому что кольцо жизни, ну, типа... Подожди. Вот это? У меня кольцо жизни не найдет. Постепенно восстанавливает здоровье. Вот это ты имеешь в виду? Восстановление, да, кольца? Которое? Оно, типа, так восстанавливает, конечно. Но, тем не менее, пока мы бежим куда-то, восстанавливает. Выгоднее душа. Это большой вот я не знаю. Может быть. А намного больше душ будет. Я не думаю, что там намного больше. Тут, видите, типа плюс один написано. Наверное, она как-то там тоже качается. Но кольцо жизни у меня и так уже в помойке лежит. У меня кольцо восстановления. Есть. Не, не буду я пока ничего менять. Все, погнали, короче, в ту локацию, правильно? Еще кое-что раз про бабку проболтались, то эту механику можно рассказать. Если у продавца брони закупаться, у него будет появляться новый лучший вариант у брони. Ага.
Делай как хочешь. Да я думаю просто. Так, все, погнали. Кольцо новое дает плюс 10-15 прирост душ. Я не уверена, что я пока хочу его надевать. Вуфу дорого, это тебе... А, Вуфу... А, Вуфу дорого, это тебе не какая-то Италия. Не, на самом деле, ну, я не буду называть сумму. Типа, сколько вот это все обойдется. Ну, типа, мы не зря поставили полоски доната, если что. Действительно, поездка дорого обойдется. Но оно того стоит, чтобы приехать и выбесить Уфуфня. Прикиньте, я его и так раздражаю. А то в реале его выбесить. Но это стоит таких денег, серьезно. Оно того стоит. Боже мой, я уже это представляю. Думаю, что глотки друг другу порвем. Джеймикс. Че, спать ушел? Ну давай, спокойной ночи. Стрим драки будет? Не знаю. Блэк. Через час ИРЛ. А, ну так, этот. Стримить будет, да? Блин, а сколько я стримлю сейчас? А ну скажи, сколько я стримлю? Я стримлю всего лишь полтора часа, это 2.5. В принципе, я могу! Этот. Ладно. Я вообще, чё? Вы мне, наверное... Вы, наверное... А. Ну, в общем, ладно. Так, что ты хотела прочитать? Вот, что. Блин, ща. Что-то там было полезное написано, да? А, это не полезно. Нам Тёма говорил, что проезд только 600 кусков. 660 кусков будет, а это... Ну, да, ну там плюс-минус, короче, где-то. Так, сундук. Ты плохой или хороший? Зубов не вижу. Поэтому гол. Пиромантическое пламя. Это, короче, для пиромантов, да? Ну, не надо, я не пиромант. Динь-динь, чат. На железных сундуках не мимиков, замочков нет. А на мимиках есть. Прикольно. Блин, интересно, вообще сложно мимика в этой игре убить. Где я? Куда мне идти? А, все, я вижу. Думаю, я сразу сцену, короче, смотрите, чат очень похож. Сейчас, смотри. Вот. Вот так вот. Ну, короче, как-то вот так вот, если стать... Очень похоже, короче, на сцену из Гарри Поттера 6 части, когда Дамблдор почему-то пошел, он какой-то очень странный был уже, вот такой, да? Он их переместил на камень, короче, посреди моря, когда они искали крестражи с Гарри Поттером. Вот типика вот эта сцена. И такие стоят, типа, ну чё, Блэд, куда идти? Мы на камне, дед. Вот эта сцена, короче... Или та сцена, где Гермиона раздевается. Ну, вот так, да. Забыл, а как мимика находить? Просто я помню, что кулаками все сундуки кидал. Ну, вот же рассказали, что в этой части на мимиках нет... Точнее, есть замок на железных сундуках. Говорят, что еще зубки можно разглядеть. Говорят, что он дышит вроде как. Но я не знаю, правда или нет. И в этой игре мимика не встречала еще. Снейп. Северус Снейп. Дамблдор! Ля! Ой, бухали, сидели все! Не дышит, и зубов не видно. Ля, соврали. А
еще на них нет трещинки за правой досточки третьего ряда под замком. Чат такой чат. Дамблдор! Снейп, Снейп, Северус Снейп, Снейп. Отправь лифт, а сама на крышку запрыгнет. Там все крепко. Ну блин! А будет стрим из уху? Да, блин. Секретка? На крышке прямо? А меня там раздавят, может, нет? А, лифт сверху отправить надо. Главное быстро выбежать. Выбежать? Ой, да, короче, как? Ну у тебя. Ладно. Выбежать из лифта и прыгнуть на крышу лифта. Не, ну вы, короче, это что-то сложное мне задвигаете, это я считаю. Какой тут танец, а объяснять, блин, как об стенку тут горох. Ну ее. Чат, не будем ничего объяснять, а идет. Забытая крепость. Прекрасно. Очень нравится название. Я здесь была? Нет. Знакомое название просто. Обычный плод. А необычный что дает ребенка? Что со мной сегодня не так, чат? А вы, кстати, заметили, что я стримлю почти каждый день, чатик? Заметили? Ля, костер. Ты была с другой стороны. А, птица принесла. Вон она что. А, я думаю, какое знакомое название. Нет, не заметил, да? Антонов. Это был убийственный взгляд, если что. Держу в курсе. Кася? Ну ладно. Жмякаешь на кнопочку на лифте, кувырком шмык из лифта, и в один едет на крышу. Я поняла, ну типа, мне написали, что там какая-то магическая херня. Ну что, не надо, что не магик. Стримлер должен стримить. Вообще круглосуточный порядок. У, сука. Ты прав. Блэкгард, боже, мне как-то непривычно видеть тебя без значка какого-либо. Я не намекаю ни на что. Вообще ни разу. Что это за звук? Но, ля, там что, босс? Вообще ни разу не намекаю. Абсолютно. Нот. Знаешь, что я тоже умею стрелять? Но не буду, ладно. Что, дурак, что ли? Ты ж меня убить мог. А, подожди. У меня флешбеки. Или здесь где-то секретка. Ну, не секретка. Где-то, короче, где-то спуск какой-то есть. Или внизу там, или что-то там можно будет пробежать. Чат, короче, вы знаете, как вы мне дороги, да? С этим лифтом. Я и в жизни-то лифты не люблю. Пойдемте, короче, постараемся на него запрыгнуть.
знаете, но это хорошо, что вы знаете. Так, а дальше-то куда? Я не так что-то сделала, да? Я сделала что-то не так. Но я вышла. Тут пещерка, лё. Сабля и порошок для починки. Оп, как. Это оказалось достаточно просто. Чё за сабля? Сабля. О, чайник. Алебарда, кстати, есть у меня. Ля. Мне силы на ней не хватает, да? Так. Чё за сабля-то? А, вот она. А мне не хватает на... А, это не сил, мне не хватает на нее ловкости. Надо 16 ловкости для нее. Это ловкость, да, рука такая? Рыцарь, и она не бьет. Ну, короче, ладно, сходили и... Слава богу. Зато у меня совесть перед чатиком чиста. Что я здесь была? Ладно, чатик отстал. Тип-тап. Прошлая локация была топовое двурочное оружие. Если силу норм качать, станет боссов и норм норм. Двуручник, он же для тяжи. Я так понимаю. Блэр. Ну и куда я? Текаем. А тут тупик. Приехали, блин. А, ну это я здесь была, по лестнике спустилась, наверное, да? А как мне их убить? Изи. Собакин. Кис. Даже собакин ты не на кис-кис-кис делаешь, ну. Так, а тебя как? А тут нет никакого. Есть такая херня. Можно бегать голым с этим. Не щитом, наверное, оружием. Да, написать. Ну, мечом. Блин, а там ништяк. Давайте это срубаем. Красивый череп. Блин, это то, о чем я мечтала всю жизнь. О, человечность какая. Кис. Дарк! Мы стали еще чуточку ближе к билетам. Да увы, у меня тут два основных спонсора. Блин, с билетов в Уфу. Спасибо огромнейшее тебе. Спасибо. Пипец. Спасибо. О, сундук. Я даже не проверила его. О, боже, я сейчас обмазываться буду. И осколок. И большой этот. И эстус. Ой-ой-ой. Тут хорошо достало прямо на душе чат. Прекрасно. Просто замечательно.
вот это я понимаю. Вот это лут. Здравствуйте, чат. Стример только пришел, Таня. Через это качает сила, ловкость. Да, да. Ну, я типа качаю вот выносливость, чтобы уворачиваться, и силу, да, в жизни. Угу, типа того. Ну, я вообще не знаю, я не профессионал, я вообще не умею играть в Dark Souls, но как-то так. Привет. На этом уровне вроде где-то есть щит, который позволяет парировать заклинания. Я парировать вообще не умею. Ну, типа херово у меня получается, откровенно говоря. А... Так, подожди, а что я... А, тут. Я вас понял. Блэд. Серьезно, да? Thank you, Dark Souls. Кидайтесь вдвоем одновременно, пожалуйста. Спасибо. Душа безымянного солдата. Стоит возле бочки. Есть мое подозрение, что она сейчас в меня полетит. Мне кажется, что она должна была пробить стену. Но она почему-то взорвалась раньше. Там что-то есть за этой стеной. А тут заперто. Какая? Постоянный игрок в Dark Souls тот, кто играл, играет и ничего не сломал. Там костер. Ой, прекрасно! Ее надо пробить. Как? Как я ее пробью, у меня бочки больше нет. Так не работает. Я теперь, типа, могу только через дверь, наверное, эту как-то там войти, а для этого нужно найти ключ. Плохо бьешь. Кастрюлю по новой? Да я думаю, что мы помрем, типа, скорее, чем я сейчас кастрюлю. Буду этот. А как бочка, типа, мне нужно... Ну, я ж отошла, я думала, она укатится. А она не укатилась. Золотая смола. Это, по-моему, на меч мазать. Молодой человек. Добрый день. Ой, ты тупой. Ой. И я тоже не сама. Блин, а как я, глянь, туда запрыгну? Никак такой. Здрасте. Ой, а мы знакомы. I thought that might be. The longer I am a rich book. This is... О, спасибо. Our land, there is life with two. I was life, perhaps, and then... Have you heard an upline and a one the soup? I'm sorry, I suppose I've grown weary these days. По ребрику. Ты чё, я ж упаду. Та 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 ра та ра та 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 ра та 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 ра та ра
Опа. Ля, какие. Умеем. Большой. Ой, мы можем чат вкачать меч. Прикинь. О, как. Если бы не скипала диалог, она посмотрела маску. А мне сказали, что она снимет маску только после 4-го раза с ней общения. Этот ключ, вот этот старинный, случайно не от той двери, где бочку в нас кидали? Нет? От той, вероятно. Вероятно? Нет. Нет? А, нет. Нет, нет. Ну, блин! Обидно. С этой стороны не открыть. А нахер я сюда пришла-то? Ну, ладно, я здесь подобрала хорошую вещь. Ну, типа, мне сюда, видимо. Ну, по всей видимости. А, мне и не сюда. Смотрите, там стоит щелик, а у меня веточки нет. А у меня веточки нет, чтоб его раз этот. Что я могу сделать? А у меня нет огненных стрел, киллер. У меня есть обычные только стрелы. Они ж не взорвут у тебя бочки. Правильно? У меня закончились огненные стрелы. Неважно. Так важно или не важно? Почему мне все разные вещи пишут? Не, видишь, не работал. Не работал. А тот бугай не хочет ко мне прийти? Открывать ту дверь, а потом толкать бочку. Какую дверь? У меня, типа, нет же ключа от той двери. Как я ее открою? Насколько я помню, тут должно быть несколько проходов к боссу. Сигай на другой костер в этой локе. Он с другой стороны этой башни. Обойдешь того мужика. А, который... Где птичка мне принесла? Туда? Типа. Да? Угу. А кто-то махается. Махается. Окей. Ладно, у нас есть 2900 душ. Кстати, можно будет. Или уровень прокачать. Не, уровень, наверное, вряд ли. А вот. А что там происходит? Что там происходит? Что за звуки? Звуки такие странные были. Дракон летает. Вернись на секунду, плес. Куда? Мне вниз идти? Толя, ты что такое? Меня сейчас тут расстреляют. Куда? Вниз по лестнице спуститься? Да?
И чё? Ушел. Кто ушел-то? Сюрприз был. Сорян. Я не люблю сюрпризов, походу. Надо локу обнимать. О, блин, мы в любом случае, короче, к костру идем. Но нам-то нравится, когда ты не любишь сюрприз. Я вас поняла. Но мы идем на другой костер. Мы идем в забытую крепость. Ну, вот сюда, видимо, да? Тут дружественный торговец появится, но если далеко отойдет, он уходит. Надо локовную. Да. Вот сюрприз прям вот дружественный торговец, да? Херня небось как. Так, как мне тут пройти, чтобы не упасть? Опа. Опа. Опа, Ля стоит. Ждёт. Не, ну дурак. Больно вообще. Я могу столкнуть эту бочку? А как толкаться? А как толкаться? Как ногой столкнуть? А, я могу просто толкнуть его так. Это что-то как-то не получается просто так вытолкнуть. А, о. И чё? Я думала, она взорвется. Руина. Значит, не взорвалась. Должна была, но не похоже. Не похоже, чтобы она должна была взорваться. Держу в курсе. У меня нет никакой бомбы. Нет у меня бомбы сейчас. Я сейчас спущусь, короче. На кого не толкал, бля? На меня, что ли, дураки? Может, кинжалик кинуть? Ты дурак, что ли? Везение Таня, да, походу. А это я не смогу с помощью лука, да? Давайте хоть их с помощью лука. Лука обстреляем. Две стрелы целых я смогу. Видите, минус собака. Не, на самом деле не минус вообще. А, ладно. Собак убиваем. Да я же говорю, в последнее время что-то нам на собак прям вот не везет. Ну, или собакам с нами, что скорее всего. О, кастрик. А, ну да, мы же оттуда только что прилагали. О, думаю, гля, только вроде от кастрика отошли. Уже опять так обрадовалась. Оно, как всегда, разочаровало. О, это та самая дверь. О, все, мы сделали чат. Ебой. Ля, мы умные. А женщина ушла. А женщина-то ушла. Внизу же дверь. Ну, кому-то я возвращаюсь. Ну, что ты начинаешь? Дверь, видишь, открыла. Молодец, я молодец. Thank you.
сундук у тебя... А, то есть сундук у собак не открыт? У собак сундук. Какой тут? Тут нет никакого сундука. Меч в бочке? Я думаю, взрывает, он же огненный. Огненный дракон! Сундук за дверью. А, ну так, голову открывать. Двер. И брать сундук. Лёль. Why not? Why not? Бля. Бля, да вы издеваетесь? Столько я ему сношу, да? Ой, ёпта мать. Он еще какой-то бафнутый, что ли? Говорят, блядь, за дверью, да, значит, что-то... Ебан, блядь. Да нет, не горит совсем. Ни разу. Я надеюсь, я сейчас приду. Я приду. Его там уже не будет, а мои души там будут. Потому что если нет, чат. Взорвалась! А меня-то за что? Это же есть сундук, мы не обманули. Да-да-да. Угу. Вы знаете, чат, вы знаете, как кто? Вы как мелкий шрифт в контракте. Типа, как бы, ну, есть, да, вот все, что как бы написано, да? Но там мелким шрифтом написано... А потом вы заплатите миллион баксов. Вот, и вот так вы, как бы сундук есть, да. Но то, что там с преследователем, никто мне сказать не захотел. Хорошо, хорошо. Мы мелкий шрифт, да, чат? Вы мелкий шрифт. Души, 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 души. Так, ты про... Так, все, его больше не будешь? Да ёб твою мать, серьезно? Ты не одна... Ты, то есть, будешь... Меня вот это доканывать, да? Я его убью. Я его убью, даже если его не надо убивать. Я его грохну сейчас, как грохнулась я в свое время лицом об крышу. Вот так я его грохну. Сейчас я заховаю свой меч. Меч. Щит. И так его грохну. Твою мать родная не узнает. Вот так. Понятно всем, да? Я смогу отпарировать этим щитом? Ну, дайте попробую. Сейчас главное души забрать, потом можно попробовать его отпарировать. Я, правда, не знаю, в какой момент его нужно отпарировать. Появляйся, сволочь. Ай, бля. Не получилось! Ну не всегда же получаться. Зато один раз у нас получилось. Сейчас я считаю, что это достижение. На самом деле он надолго станется, если его отпаривать. Да знаю я, Иглён, ты ж не думаешь, что я серьезно на чат тут сижу, распинаюсь, какие вы плохие. Типа, я на свой чат, мне кажется, никогда в жизни, ну, намеренно что-то прям плохого не скажу. Типа, зачем? Нет, не скажу. Я ж так рофлю. Блин, а нахер я сюда подошла? Бочку теперь не скинешь. Говно.
Блять, минус душа. Ёб твою мать, собака. Я ненавижу, блять, собак. Простите, я на самом деле люблю собак, но эту конкретно мразь ненавижу всей душой. Ладно, похер. Похер на душу. Там было не так, что много. Да. Поэтому, ну, все равно. Абсолютно. Не 100 тысяч душ, и ладно. Было бы 100, ёбай. А вот это было бы... Еще и собака не сдохла. Ты глянь на нее. Ёптерный театр. Вчера ты живущий. Блин, тараканы даже сдохли, а ты живая. Надо? Нет, отомстить преследователя, это понятно. Мы сейчас... Мне, кстати, интересно, что там будет. Он расчехлился. Ля, он еще и магией бьет. Ты серьезно? Не получилось. Не получилось. А что взяла? Что-то полезное? Магия еще не видел. Так, а что мы подобрали? Чат. Кто-то заметил, что мы подобрали? Веточку. Серьезно? Подожди, мы не могли ее подобрать, я бы увидела. Где эта веточка? У нас нету веточки. А, кстати, у нас осколок фляги есть, надо, чтобы этого задействовать. Не, у нас нету веточки. Есть веточка. А где? Мне повылазил. Все, я прям не вижу. В самом низу. Так это можно там этого чувака убрать. Ну пойдем, мы сначала будем мстить преследователю. Сначала будем мстить преследователю, а потом пойдем этого чувака каменного отроем. Хочется мне преследователя убрать. Постараться. О, человеческая фигурка тоже кайф. Ну, тут как бы подбирать души смысла особого нет. Ладно, давайте на ворота попробуем. А где он вообще? А, вот. Пришел. Пришел. Что пришел? Новые удары. А что он делает? Мне не понравилось.
Блять, ну это смерть. Жадность, пипец. Если бы я его лишний раз не ударила, то бы он... Ладно, сейчас. Еще убью. Еще убью. Ну жадность, это что делаешь? Уже который раз меня жадность погубила в Dark Souls, слышишь? О, хана! Быканул прям показушник, да? Победное извержение, блин, кончил там, стоял, типа, вот это вот, девочку взял, убил, я херею, вот это достижение века, да? Так, ну смерть я напишу в конце стрима, там, когда в Маджу сходим, посмотрим. Уже не знаю, сколько там смертей, честно говоря. Кенс Макс. Привет. Открывай врата. Я пришла убивать тебя. Уиу-уиу-уиу-уиу. Уиу-уиу-уиу-уиу. Ага, вот он. Ладно. Блин, да шо. Не достаю. А что делает проклятие, чат? Что делает проклятие? Типа, проклял меня еще мне. Хочу видеть Таню всякие... Ой, я пыталась с ней играть. Не, это вообще я не могу. Во второй проклятие делает тебя полой. Она насмешил. Ой. Полой, говорит. Боже, ржака-то какая. Ой, блин, проклятие-то меня прям очень тронуло, прям вообще. Вот нам вообще ничего не страшно, чат. Пусть проклинают. Ржу. Ржу не могу.
Так, надо вспомнить, где мужичок у нас этот сидит, в общем, камень. Ой, подожди. Вообще, я бы, наверное, такая... Пошла к костру. Да, я бы пошла к костру и... Вкачалась бы, наверное. Или нет? Удивляюсь, что никто не посоветовал булаву против преследователя. Доспехи слабые против... Мне вообще... А, я уже не вернусь, да? Окей. Мне вообще советовали булаву как оружие. Вот. Но... Меч прикольный. Когда преследователь кончает, стой у него за спиной и бей его. А, окей. Кончает. Я сама так назвала. Я знаю. Ну, у него на роже было что-то подобное написано, поэтому. Так. А, вон там тот мужик стоит. Точно. Пойдем сюда. На самом деле, сразу проклятие делает тебя полым, но если ты уже полый, оно уменьшает твое ХП. Но так как так было в обычном дарке, как в школяре ехали. Ну, я все не знаю. Я в обычном не знаю. Воу! А что это? Что это было за говно? Бля, сраный маг! Сука. Ну и ладно. Тут не так уж прям и хотелось, да? 6000 душ. Вообще не хотелось. На самом деле. Я вообще-то щит поставила, держу в курсе. Мразиш! Няня-няня! Мразиш! Эта песня так прекрасна. Пойдемте сначала убьем магика. О, кстати! Кстати! Там же это сраная бочка, да? Ну, привет. Главное бочку не сломать, мне кажется. Блядь, ну ты, сука, идиот. Ой, бляха. Боже мой. Роди меня обратно. Ну так, блин, каким даунисимо надо быть? Ну, не знаю. Придурок. Таня играет так, будто это не первое прохождение. Нет, не первое мое прохождение. Я играла Dark Souls 2. Года 4 назад, наверное. Ну, где-то так. Да, где-то года 4 назад, наверное. Но я его не прошла. И то, что здесь происходит, я не помню. Ну, считай, что это первое прохождение, потому что, ну, я вообще ничего не помню. Ну, а первый я прошла. Да, первый я прошла прошлым летом, по-моему. Но могу ошибаться. Ну, по-моему, это было лето. Ну, или что-то, короче, тепло было. Так, на него мне веточку надо, да? Используем? У меня первого не было даже.
Его как бы и обойти можно, но решай сама. Я бы сперва костром снизу разобрался. А я ж уже не вернусь, как я теперь с ним разберусь? А, или вернусь. Вижу. Да нет, вернусь. Вернусь, все нормально. Ладно, пойдем. А, подожди, разобрался. Еще разобрался-то? Он же, блин, придурок, сдох. Идиот. Идиот. Ну давайте грузимся. Что могу сказать? Почему у меня мрази в голове? А как я? Я не вернусь теперь. Я же теперь не вернусь сейчас. До свидания. Только через другой костер. Сложно там все. Прям умирать-то не хочется. Ладно, значит, знаете, что мы сделаем в таком случае, раз уж пошла такая пьянка? Сейчас пойдем на тот костер. Отправимся в Маджу. Качаемся. А как этого сбили? Качаемся. И потом вернемся в тот костер. Ой-ой-ой-ой-ой. А тут-то собак. Простите. Да. Хренаш. Вернемся. Я, блин, не дойду сейчас. Никуда. Блин, там что, преследователь, Блэд? Лезь! Лезь давай! Мне или показалось, ли там преследователь сейчас этот резнулся. Я валю, короче, отсюда. Блядь! Валим чат просто. Не показалось? Ох, ёптить. Ну его нахер. Ровно чё. Торговец он мирный, да-да. Торговец он мирный, конечно. Эх. Чатик, а сколько стрим идет уже? Скажи, пожалуйста. Is that a shark here? To see light. However, а, осколок как раз, да, мы же можем улучшить флягу. 2.5 часа. Понял. Так, и уровень нам дал. А чё качнуть-то? Так, и пойдем меч улучшим сразу. Раз уж мы тут. У меня есть 2 осколка. Ей. Ну как же ж. По красоте сделаем. Меч, скачайся, пожалуйста, сначала просто. Да, я сделала это, не волнуйся, пожалуйста. У Вативидия есть прикольное. Я Лордс Дарк Соулса смотрела у Либера... Либерариум. Короче, какая-то вот такая хрень. Я не могу это произнести. Либерариум. Во! Вот! Ну, чат знает, короче, вот я у него смотрел. Боже, сложно выговариваемая херня, если честно. Так, мне нужно отправиться в эту крепость. Сюда. Либрариум. Либрариум. На самом деле преследователя нельзя так назвали. Он будет бегать за всю игру, кроме DLC. Ну, я так подозреваю, что преследователь это моя будет наименьшая проблема здесь.
Вот. Мне так кажется. Что-то мне подсказывает. Особенно в DLC. Вот. Есть предположение, что на самом-то деле преследователь будет уже не так страшен. Хотя, если он будет каждый раз бафаться, то это, конечно, будет неприятно. Так, давайте, короче, эту тварину выманим просто. Нет! Бочка! Ох, тебе повезло, мужик. Как тебе повезло. Слушай, даже не представляю. И что мне, просто шагом толкнуть надо, да? Чё-то спина уже затекла. Господи, старость не радость, чат. Ой, хрусть такой был сейчас. Да, ну с богом. Закатилась за угол. Такая типа, эй, хрен тебе. Боже, это заклипить надо, чат. Я считаю, это заклипить. Кати ее к стене. Да там собак, блин, 85 штук и преследователь. Куда я ее подкачу? Так, собака, бочку-то мою не трогай, слышь? Ты бочку мою не трогай. Так, она сама катится сейчас. Она сама катится в нужную мне сторону. А что мне теперь с ней сделать? Ударить по ней? Я ж умру. Ну, в принципе, мне похер на то, что я умру. Тихо. Нормально. Хорошо. Ой, чат. Ну, заклипили, как я бочку профессионально катаю. Это тост. Мозг не задет. Нет, не беспокойся. О, большой сколько тебе на это? Две штуки. Блин, а какие у них судуки клевые. Мне нравится. Спасибо, мужик. Железная стрела. Ой, у меня закончились как раз. Вообще, бля, пришла, короче, какого-то деда этот обокрала. Тяжелый болт. Это тот болт, который я положила. Бля, он на сундуке, наверное, самым хорошим сидит. Он что-то не хочет мне ничего продавать. Может, потому что у него потырило все? Еще можно этот факел зажечь внутри. Он отойдет. Вот этот? А как его зажечь? Нужно факел свой достать? Или как? Я сейчас достану свой факел, детка. У меня вообще он есть. От костра зажечь? Или загрузить? Факел у костра зажигается. Так, ну мне нужно достать сначала свой факел. Он в вещах лежит? Или где? У меня был вроде бы. А, не нужно, он сам. Так, подожди. А как я... Отдохнуть у костра? Переключить? А, зажечь факел? Ля, прикольно. Зажечь свет. Да будет свет в этом царстве тьмы.
Так, мне сказали, ты отойдешь. Мне теперь у костра надо посидеть, да? Ага. Пойдем. Спасибо. Молот мастера и мерцающий титанит. Мне молот надо отдать, нет? Молот мастера. Или это оружие? Это оружие, да? А. Ну ладно, ты мне продавать что-то будешь? Дать ему тусклый уголь, чат. Дай. Вдруг я не хочу. Ну на, держи. О, давай. Давай, лавай. Купи Скайрим. У меня же есть. Не куплю. Так, ладненько, давайте, короче, будем усилим меч. А кто это там? Такой, собаки. Заперто. Я не могу здесь по дверь открыть, лол. А, ну ладно. Так, чатик. Хочу я отправиться в Маджулу, чтобы посмотреть, сколько раз я умерла. Вот, а пока мы отправляемся, хочу напомнить, что чатик у нас с вами есть спонсор. Это букмекерская контора под названием 1xbet. Вот здесь есть внизу баннерок, на него можно кликнуть. Я очень... конечно, буду рада, если вы это сделаете. Нажмете регистрация. Есть такая зеленая кнопка. И вобьете монстер. Монстер при регистрации. Тогда сколько вы закинете, столько вам плюс еще будет. Там 50 рублей, еще 50 рублей вам будет. Там. И так до 6500 рубликов. Вот. И поставите на что-нибудь там в Overwatch. Может, кто-то у нас играет сегодня. Вот есть OVL. OVL чатик. Буду рада, если вы перейдете по баннеру. Это очень помогает каналу. Спасибо большое вам заранее за этот чатик. Так, ну а мы идем с вами к камушку. И смотрим, сколько раз мы с вами умерли. Мы с вами умерли, чатик. 68 раз. И это нужно написать. 68 раз. Вот. Хорошо. Ну как, хорошего, конечно, мало, но мы с вами за два стрима... За три стрима не умерли даже сотню раз. Мне кажется, это достаточно хорошо. Вот, ладненько, чатика. Я на самом деле буду уже на этом заканчивать. Я понимаю, что стрим шел не очень долго, но я очень сильно хочу кушать, если честно. Вот, да и продвинулись неплохо. Ну, я не знаю, это уже вам судить, плохо мы продвинулись или нет. Вот. Но в любом случае, надеюсь, что вам понравилось, чатик. Большущее спасибо, что вы пришли посмотреть. Спасибо отдельно вам за донаты сегодня. Прям величайшее спасибо. Билетик до Уфы у нас уже совсем рядом. Спасибо огромное вам за такую огромную поддержку. Вот, искренне спасибо. И, конечно же, огромное спасибо тем, кто подписывался или переподписывался. Вот, сейчас включу вам титрики, можете на себя посмотреть, на новых нонсабиков, вновь прибывших. Вот, ну а я с вами буду прощаться. Оставайтесь такими же клевыми людьми, чатик. Не зазнавайтесь, будьте красивыми, любимыми, прекрасными. Все, ну а с вами была я, Таня. Всем всего хорошего и всем пока.